Ну что, сейчас на хельке бахну. Чекайте. Раньше, кстати говоря, после того, как на стримах Вульфи сидел, очень часто, типа, сидел на стримах Вульфи и... Блин, он постоянно играл, типа, хелью на мид. И я ее стал постоянно брать, мне она так нравилась раньше. Слушай, раньше только книгу Тота и собирал. Раньше только книгу и Тота собирал. Зачем мне кредит в жизни на Твиче? Ой, блин, против меня Ларун будет. Проблема в том, что он типа будет накидывать, а мне нужно впритык подходить. Это плохо. Десять минут на всех команд, на всех командах. Блин, ну под такую музыку нужно нагибать, ребят. Под такую музыку нужно нагибать. Здорово, волчица. Давай, брат, быстрее убивай. Что так долго? Паракуш, приятного туда. Спасибо за поддержку. Да камон, кто такой рыбий Иисус? Успел за шавой вточил ее. Хорош. Офигеть, я чуть было не умер. Но из-за того, что я на хеле играю, я выжил. Я думал, они дерутся там. Плюс уши. Плюс уши, когда пятихатка прилетает. Дабл килл ему дал. Как я миснул, трипл килл, хорошо. Привет, Виталь, спасибо большое за удачный кат. Вот это начало под тречок, да? Хорошее начало, но после предыдущей катки начало просто огонь. Но мы пойдем, короче, в кулдаун. Мы пойдем в кулдаун, ребят, на хильке. Будет кулдаун, будет, скорее всего, гем-изоляция, то есть будет деф хп. Circuit Sub я не слышал. Ну, на прошлой катке была Circuit Sub, да. То есть мне нужно будет что делать? Задача какая будет стоять? Побольше и почаще спамить и быть живучим. Может быть, книжку тоже соберу под конец. Блин, ну чуть-чуть. Блин, лиса классная, конечно. Ей челюсть-то поправили, они обещали в каком-то из патчей выпустить фикс челюсти. Как бы это смешно не звучало. Фикс челюсти, это очень круто. Тоже захотелось на хель. Хель очень круто. Я хочу кулдаун собрать и как на пианино ее прожимать. Это очень прикольно. Такая лично бежит. Но у нее же были проблемы с этим, с анимациями. Ее же фиксить должны были. Фикс челюсть. Ну правда, ей обещали пофиксить челюсть. Поправили, да? По-моему, еще не... А вот говорят, поправили.
Я вижу, братан, я вижу. Все нормально, не переживаем. Спасибо за поддержку. Доктор Иисус такой, спасибо за полтинник. Вы что, психи? Все, дядь, пора раскрываться. Пора раскрываться, кто это. Спасибо огромное. Кстати говоря, я же смогу своей двойкой сбрасывать, типа, да, этот. Когда он будет ультить. Не будет же работать, правильно, его ульт? Может, это разные люди? Слушай, может быть и такое, конечно. Можем, в принципе. Сколько много. Хорошее начало, хорошее. И командная работа. Рыбий Иисус это посильно. А-а-а. У нас единственное, меня смущает Агни. Агни на соло, это капец. Двойкой можно, так я понимаю, что можно, в том-то и дело. Только я вот на... Ой, как же хорошо. Я на тройку часа накоплю, чтобы урона дать. Вот так вот. Be right back. Меня называют ходячие бицы. Паладерр, ты просто перешел на этот, на YouTube и написал привет. Ты же был на Твиче, с чем еще раз здороваться? Я обещал пофиксить чили своему джанглеру, который до 10 минуты на соло не заходил. Лор, утка, это ты что ли? Не пойму. А я тут Destiny от тебя жду, а ты мне полтишки закидываешь? Я шучу. Здорово, Амон. Да не пойму я, ля, кто это? А, ты на мой на YouTube не был подписан? Ля, надо было подписаться. Подожди, я пошутил. Ну не знаю, можете уже сказать, блин. Это ты мне кидаешь, дядь, спасибо тебе огромное, ни хера себе. Завязывай тогда все, завязывай, блин. Твои... Блядь. С твоими ценами на игры завязывай. А то мы с тобой в Дискорде тогда пообсуждали, я просто подумал и херил. Так что завязывай. Бомж поддерживать можно по-разному. Можно, можно, она просто не работает сейчас. Ладно. Просто сейчас нужно пофиксить немножко. Спасибо большое, дядь. Как же я ему больно делаю, ля. Годзилла 100 кредитов дам. Прикинь. Как же мне сапога не хватает, кто бы знал. Хватит смайта гоу в паладинс? Не. Утка по-пекински. I got you. Breathe me. Неужто у меня хорошая команда?
Неужто у меня хорошая команда? YouTube, спасибо за лайки, ребят. Кто забыл лайки поставить, надо поставить. Будет очень мне мега приятно. Спасибо огромное. Ну, камон, ты же не всегда будешь его так убивать. Ты же только в Эрли силен. А без моей двойки вообще нет смысла под его ультой драться. И сидит. Ну ты по таверку не пойдешь, так что можешь отдыхать. По команды не хватает, конечно, жутко. А теперь у меня есть кулдаун, наконец-то. Включаем режим пианино, чекайте. Сейчас будет нормально. Макс, ты что, обрезание сделал? Хава Нагила. Ну чё, разорот, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Надо больше кулдауна команды сделать, да, чтобы их не юзали по кулдауну. Это тебе в приобретение КД. Ну да, да, да. Я думал, она ворвется. Я тебя начислю вручную потом. Что я делаю? Я смотрю на таверку и ничего не юзаю. Я ни одного скилла не прожал, чтобы вы понимали сейчас. Это все из-за вас, чат. Ладно, это шутка. Это шутка. Ютуб сегодня очень-очень молчаливый. Крайне молчаливый, я бы сказал. Get up, get down. О, красный. Не факт, то может и не факт. Ладно, давайте ульт прокачаем. Нужно опять новый ник придумывать? Ну можно, да. Ай! За мат и мут? Нет. Молчание золота. Да и какой мут за маты? Никаких мутов. Здорово, Серег. Быдло, шо пиздец. У нас кто-то очень хорошо херачит. Фенрир нормальный. Молчание золота. Но это не на трансляциях, блядь. На трансляциях те, кто разговаривает, золото. Да вообще не говори. Кого вы там отпиздите, ля? Меня видела, блядь, пока я вешу. Спасибо, блядь. Спасибо огромное.
неизвестный донативший, спасибо большое. Все, режим пианино. Хорошо. Хорошо было? Не достал. Заноньте под моим ником кредиты. Так, кредиты сейчас не начисляются, я их сам вручную начисляю. Ага. Но если под твоим ником задонят, кстати, я не узнаю, кто это задонил. Быдло стрима, нет бана за мат. Вообще не говори. Хуеля. У меня есть такое предположение, что людей больше смотрят, которым похуй на своих зрителей. Может быть такое? Хуеля в натуре. Типа вот правда, которые не реагируют вообще нахуй на чат. Вот отвечаю, такое ощущение складывается. Да? Сморг, ты тоже так думаешь? Окей. Неправда. Но, блин, не знаю. Мне нравятся тиммейты, которые от твоего хилова. Это скорее всего я. Кашу, но вообще да, они уворачиваются. Мы как тёлки любим, когда нам как говно. Ну правда, мне отвечает, так кажется иногда. Ребят, сегодня в конце стрима будет розыгрыш среди сабов нового Купидона, так что... Кто не сабнулся, у нас там до саба чуть-чуть, до смайлика нового не хватает. Вот, и есть подписка на YouTube от 100 рублей, поэтому кто может, кто хочет. Здесь нету ее случайно? Нет, нет. Ой, а почему пьяную херню это не снимает? Ну-ну-ну. Ничего не понял. Хорошо. Да ну, блядь, не я же должен танчить. Вот она, пианинка-то в деле. Я же говорю, Хель можно реализовать. Ей просто не хватает немножко артефактов. И все. Макс, блядь. Пойдем побьем пока что. Хотя вот ты ману забрал, это очень плохо. Оп. Какой твой любимый перс? Не знаю. Не знаю, вот честно не знаю. Тут не скажу. Блять, ну что ж вы деретесь и деретесь. Кто-то не дамажится, да, брат? Ай! Как сказать, не дамажится? Я понял. Зато я могу сказать, что мой любимый перс это Рататос. Самый неминишный персонаж в игре. И такое тоже возможно.
Хелидворда начал выпор. За Хелидворда начал выпор. Спасибо, Рекливыч, огромное. Спасибо, дядя. Ты сегодня жжешь как никогда. Спасибо огромное. Пойду поем. Давай, приятного. Спасибо огромное. Сегодня какой-то рекордный стрим, блядь, за этот месяц уже 25 число. Лол. Спасибо огромное. Я уж подумал под моим ником задать. Я аж всплакнул, видели? Надо пойти покурить, пора доставать свои сигареты, капитан Black One Love. Блин, раньше курил капитана Блэка когда-то, когда курил сишки. Задумайся, Артем Алиси Кайси. Так а что случилось? Не над чем задумываться. Мои топ-донатеры уходят к другим стримерам. Что делать? Пора ливать со стримов. Не порядок. Да не ставят лайки, я еще не говорю. Ребят, давайте по лайкам пройдемся. Окей. Окей. А, фанатик, допустим. Фанатик ушел, допустим. Абибус просто на трансляции не приходит. Это круговорот донатер. Да, да. Да не, ладно, это как бы... Топ-донатер, не топ-донатер, это не важно. Схуяли, ну я не знаю, схуяли. Ты же не приходишь, бляха-муха, на стримы. А потом пишешь схуяли. Фанатик, Абибус перестали донить. Кто еще? Этот... Адам просто пропал, типа. Утка опять. Да не утка это. Я бы мог спасти. Новый телефон, а чё купил? Только зашел. Вот именно. Тогда последний раз на стриме был, только зашел. Слушайте, я про это и говорю. Двадцать один лайк, надо больше его. Нет утки, утки нету в натуре. Xiaomi Redmi Go. Ты чё, нормально? Блин, не хочу с Xiaomi связываться. Предпоследний телефон у меня тоже был Xiaomi. Дичь, я все новинки стримлю, какие только можно. Да кто вот на этот астронер кто придет? Ты придешь только со мной поиграть и все. Милый Пав, да, Паву там перекоцали уже в нулину. Он пипец какой смешной там. В общем, кулдаун есть, хп замедло есть, осталось пробивание есть. Сейчас соберу тахути и еще что-нибудь на деф, наверное. Хорошо. Сзади будет рама выходить сейчас. Блин. Кого ты несешь? Тихо, чат, не смотрю в чат.
На недельку уезжал, отдохнул. Я устал уже хилить, но пока все хорошо. Я типа капец как держу оборону, так сказать. Вампириком. Да я вот думаю, надо мне или нет. Может быть, банкрофт собрать в натуре. Что же не менялось там? Начал ловить кайф от фул вампиризма сборок. Вот и баут шарик у нас. Ну типа. Это старый этот был. Забыл, как он назывался. Думор, по-моему, раньше назывался. Он раньше стаки собирал, сейчас он не собирает стаки. Не снимает с ульта. Прикиньте, да? Хорошо. Да, вот он специально майкнул влево. А хоть и парашный. Может быть, да. Отлетели, отлетели. Можем убивать Титана в легкую. В легкую. Хорошо, хорошо. Не, Хель всегда была стабильненькая. Вообще, мне всегда она нравилась. На самом деле, очень круто ей играть. Очень круто стоит мид, очень много помогает команде, вообще очень крутая. Главное двойку постоянно юзать.